Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами видеообзор на вот такие вот печеньки из ленты апельсин плюс сок. Ну, с соком апельсина. До этого, кстати, у нас уже с вами был обзор на такую же печеньку. Там был черный смородины. Вам всем очень понравилось, поэтому я решила сделать теперь еще и на апельсинку. Также, конечно, там еще были другие вкусы. Так что вы свой вкус обязательно найдете. Так, давайте посмотрим с вами состав на оранжевом фоне. Я надеюсь, что вы увидите его. Если вам интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так. Что это здесь еще? Так, тут у нас ничего нет. И белки, чего-то там. Если вам нужно, вот, пожалуйста. Так. Срок годности 6 месяцев. Открываем. Достаем. Ух ты! Они у меня помялись, оказывается. Они, скорее всего, у меня просто помялись. Такие они, смотрите, мятенькие. Придавились. Это, видимо, когда я из магазина несла их, и они придавились. Нет, они, конечно, такими не должны быть. Вернее, они не такие, они довольно красиво выглядят, но у меня они придавились, к сожалению, вот так вот. Так бывает. Хотя, в принципе, упаковка обычно как? Упаковка, да, еще туда воздух и вот пачку чипсов, да, когда вот мнешь, там воздуха много. Здесь как бы должно быть, было бы так же, но помялись. И выглядят, конечно же, уже совершенно по-другому. Но они, кстати, довольно мягенькие такие, хорошие. Давайте скорее же ее попробуем. Пахнет апельсином просто обалденно. Ощущение, как будто я открыла не печенье, а апельсиновый сок или мешок с апельсинами. Или лежат у меня на тарелке разрезанные апельсины. Вот кажется, именно вот так вот. Я думаю, что они должны быть очень-очень вкусные. Пробуем. Апельсин ощущается там просто обалденно. А печенька сладкая. Вкусная. Единственное, там сама печенька очень-очень сильно сухая. То есть начинаешь пережевывать, понимаешь, что она сухая. Но когда запиваешь водой, она буквально растворяется. Она прям исчезает буквально. Остается, конечно же, шоколад уже во рту. И сама вот эта вот сверху мармеладка, она очень безумно вкусная. Прям с апельсином классная. Очень вкусная. Очень, кстати, они мне понравились. Я, в принципе, люблю апельсин, а еще и добавок печенька со вкусом апельсина смотрится просто шикарно. Очень вкусная. Сейчас давайте даже с вами попробуем здесь. У тех я тоже отрывала саму мармеладку. Вот она есть тут. Вот она печенька. То есть печенька довольно тоненькая. Она довольно, кстати, мягенькая. Здесь оранжевенькая. Да? Да, оранжевая, как и написано здесь. Вернее, нарисован. Кстати, нарисован, конечно, немножко по-другому здесь. Здесь получается нарисована печенька. В ней выемка. То есть вот видно по бокам. Сама печенька, как бы выемка в ней. И сверху вот мармелад, и сверху шоколад. Здесь, конечно, по-другому. Здесь видно, что вот она целиком. То есть печенька сверху налита, и сверху там шоколад и все такое. Давайте попробуем эту апельсинку. Вернее, мармелад апельсиновый. Ну, я думаю, что она, если она с печенькой обалденно вкусна, то без печеньки она будет просто шикарная. Пробуем? Мармелад апельсиновый в магазине покупаешь, он не такой. А вот здесь вот мармелад апельсиновый на такой печеньке. Просто обалденно. Знаете, вот, ну реально прям вот апельсин. Ощущение, как будто вот сок апельсиновый взяли и вот просто положили сюда, и я его вот съела. Классно, прям вкусно. Сладкая, неприторная такая. Даже немножко кислинка есть апельсина. Прям, не знаю, я восторжена. Просто в восторге. Очень вкусно. И печенечка мягенькая. Обидно, конечно, что они придавились. Вы не увидели такие, какие они могут быть, они выглядят хорошо,
Но в конечной заставке я оставлю ролик на такую же копию печеньку, только ну, обзор черной смородины. Там не придавленная была, там было все хорошо. И там посмотрите тот обзор, увидите, в принципе, как они выглядят. Они выглядят, по-моему, довольно хорошо. Единственное, кстати, когда вы их откроете, обязательно кладите эти печеньки в пакет, потому что она начинает засыхать. Она начинает сразу засыхать и становится жесткая. Обязательно положите в мешочек. Не знаю, может, тут есть. Ну, примерно вот они так вот, наверное, выглядят. Ну, нормально. Такие вот. В детстве, я помню, мама покупала печеньки, такие же были вкусненькие. Но мне кажется, вот эти гораздо вкуснее, с апельсином мне прям очень сильно понравилось. Я надеюсь, то, что и вам тоже понравилось с апельсинкой. Напишите, или с каким вкусом вы покупаете, обязательно напишите в комментариях. Потому что я уже не помню. По-моему, там клубника должна быть, наверное. Не помню, какие еще вкусы. Обязательно напишите в комментариях, если вы знаете, какие там вкусы. Я думаю, людям, кто ищет, будет интересно. Также обязательно пишите свои отзывы, ставьте лайки. Все эти ролики я делаю только для вас, чтобы вы не тратили свои деньги. А сначала посмотрели ролик, надо вам такое, не надо, а потом уже пошли покупать. Вот, обязательно подписывайтесь с колокольчиком. У нас ролики на обзоры на продукты выходят через день, влоги выходят каждый день. Влог, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Обзоры на технику есть. Кольцевая лампа, видеокамера, кофемолка. И еще там много-много всего интересного. Обязательно посмотрите. Также живопись, кулинария, фоны. По YouTube там некоторые советы. И куча всего, я надеюсь, еще в будущем у нас с вами появятся разные темы интересные. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока-пока!